老妹，老妹，еду。哟，рисовые шарики。Так много, как долго мы будем их есть? Не глупи, отвези их, Хуань-Хуань. Поспеши, пока они не расквасились. А ты не пойдешь? Я отправила ей кучу видео и всяких сообщений. А она отвечает какими-то смайликами. Не собираюсь унижаться, чтобы стать ближе. Посмотри на себя. Страдаешь, лишь бы сохранить лицо. Видно же, что заботишься о ней. Ты все еще проверяешь ее WeChat моменты и отправляешь короткие видео. Думаешь, я не знаю? Иди уже! Хорошо, а мне оставила? Поешь, когда вернешься. Дай кусочек. Ты... Дай хоть попробовать. Осторожно, горячие. Подой. Вкусно? Да, вкуснотища. Иди скорее. Уже ушел. Оставь мне немножко. Клейкие рисовые шарики склеют семью. Добрый день. Я Май Чинхуань. Как завещала госпожа Чен Шуджэнь, с завтрашнего дня я буду управлять Синанли. Надеюсь, совместными усилиями мы возродим славу проверенного временем бренда. Я также надеюсь, что вы поддержите меня, как поддерживали бабушку. Я сделаю все возможное. Добро пожаловать. Кто-то сорвал джекпот. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Все молчат. Ну что ж, я скажу. Босс, как только вы стали владелицей, в отеле начались беспорядки. Возможно, вы кого-то очень обидели. Из-за этого мы чуть не потеряли работу. Что ты говоришь? Дядя Цуй, все хорошо. Вы Ляо Ган, да? Знаете меня? Прежде чем приехать сюда, я изучила все ваши анкеты, так что я знаю вас всех. Ляо Ган, в Синанли вы начали как портье, и за 3 года стали старшим консьержем. Однажды вы спасли гостя, которому внезапно стало плохо. Босс, я знаю, что вы способная. Но это все в прошлом. Не стоит об этом говорить. Проще говоря, работягам вроде нас нужно что-то более осязаемое. Я понимаю. Думаете, я даю вам ложную надежду? Честно говоря, Синанли ждут кардинальные изменения. Бабушка только что покинула нас. За нами пристально следят. Я изучила наши отчеты за последние годы. Честно говоря, бабушкин стиль управления уже не успевает за переменами в мире. Поэтому я решила изменить способ расчета зарплаты. Ваша зарплата будет обоснована и разумна. Я надеюсь, что наша система управления будет похожа на акционерное общество, независимо от вашей должности. До тех пор, пока вы трудитесь и вносите свой вклад, вы будете получать соответствующие бонусы и дивиденды. Бонусы? Дивиденды? Разве это не для руководства? Все получит долю, когда станем акционерным обществом. Это все упрощает. Предлагаю это вам со всей искренностью. Я надеюсь продолжить бабушкино наследие и стать вашей семьей. Надеюсь, что вы сможете думать о работе здесь, как о карьере всей вашей жизни. Так что... Давайте работать! Отлично сказано. Госпожа Мэй, не волнуйтесь. Обещаем выложиться. По полной. Дочка, у тебя все хорошо? Персонал в отеле слушается тебя? Все в порядке, пап. Надо же с чего-то начинать, правда? А, точно. Пару дней назад я прочитал в интернете, что у вас тут были случаи отравления. Ты решила эту проблему? Не переживай, мы это уладили. Господин Цу и другие помогли мне решить этот вопрос. Благодаря этому я испытала такое ощущение взаимовыручки и успеха, как никогда раньше. Пап, ты же меня понимаешь. Я прожил совершенно обычную жизнь. У меня не было каких-то особых успехов. Хорошо, что у тебя есть. Хуань-Хуань, я не хочу, чтобы на тебя
Слишком давили. Все хорошо. Стресс тоже полезен. Он мотивирует. Пап, поддержи меня. Конечно, поддержу. Я много лет был водителем госпожи Джан. Я видел, как она начинала с чистого листа. И как нелегко ей было достичь такого успеха. Я обязательно справлюсь. Пап, у Синан Ли и Юэ Дэ есть кое-какие конфликты интересов. Если госпожа Джан спросит о делах Синан Ли, скажи, что ничего не знаешь, ладно? Хорошо, я понял. Конечно, я буду на твоей стороне. Здесь свежие рисовые шарики. С кунжутной начинкой, твои любимые. И запомни, кушай вовремя. Хорошо. Пап, как дела у мамы? Когда ты получила Синан Ли, она была в восторге. Мы пришли и доставили тебе неприятности. Когда мы вернулись, она никак не могла прийти в себя. Все нормально, я с ней поговорю. Как только я немного освоюсь на работе, я вернусь и поговорю с ней. Хорошо, хорошо. Вам и правда надо поговорить. Вкусно. Не спеши. Лили, передай это курьеру внизу. Хорошо, господин Яо. Господин, вчера я отправил вам оперативный план и модель рынка. На второе полугодие. У вас есть замечания? Я могу пересмотреть свой отчет. Эрик, я абсолютно уверен в твоей работе. Но я надеюсь, что ты от нас ничего не скрываешь. Госпожа Джан сказала, что ты планируешь приобрести Синан Ли. Это очень интересно, говоря об этом. Госпожа Джан использовала кое-какие незаконные приемы, отбив у их руководителя всякое желание сотрудничать со мной. Мне нужно время, чтобы переубедить ее. Зная твои способности, уверен, ты справишься за месяц. Не подведи меня. Госпожа Джан и правда любит грязные игры. Она науськала Эмбер приказать тебе. Теперь ты в неловком положении. Серьезно. Может сказать об этом Май Чанхуань? Не стоит. Скажи, Синан Ли или Май Чанхуань? Что ты выберешь? Скажи, может мне переехать в старый особняк? Это что, твой новый план? Могу я спросить, как ты можешь быть таким спокойным? Я принес вашу посылку. Спасибо, дядя Цуй. С пожеланием успеха.
На отель Синан Ли, на пересечении Южной улицы Цзяньхуа и улицы Фуян в районе Сяохуэ, право собственности переходит к Май Чинхуань. Собственником становится Май Чинхуань. Но если это будет стоить твоего здоровья, я отказываюсь. Кажется, я нашла в тебе что-то новое. Чего раньше не замечала? Что же? Человечность. Проходи, тетя Ван. Ой-ой, твой дом внушает благоговейный трепет. Я прям впечатлена. А этот сад? Тут поместится две танцгруппы. Такой сад и дом. Редкость даже в Шанхае. Точно-точно, глянь туда. Это все открыто и доступно. Ну, хватит уже про сад. Помни, что я тебе говорила. Найди мне приличных молодых людей. Тех, которых ты привела, стыдно показать моей дочери. Выдающимся девушкам очень трудно найти пару. Но с другой стороны, теперь Хуань-Хуань не надо беспокоиться о деньгах. Она все время занята на работе. Почему бы не найти просто внимательного и заботливого? Конечно, он должен быть заботливым, но его карьера тоже важна. Карьера имеет значение. Поняла. Мам, тетушка Ван. Хуань-Хуань, ты вернулась. Да. Тетя Ван, поторопись. Входи, тетя Ван. Проходи, покушаем фрукты. Нет, спасибо, пойду домой готовить. А вы наслаждайтесь фруктами. Ну, давай, до встречи. До свидания, тетушка Ван. Приходи еще. Увидимся. Ты даже не зашла. Не надо было покупать так много фруктов. Да еще таких дорогих. Не трать на нас деньги. Они недорогие. Я купила их по распродаже. Наши дела пошли в гору. Можно перестать экономить. Купи все, что хочешь. Пошли. Где твои вещи? Я приехала не для того, чтобы остаться. Нам надо обсудить, как снять жилье. Снять жилье? Так ты хочешь, чтобы мы переехали? Да. Мы можем поговорить об этом. Этот дом принадлежит Яо Джимину. Мы больше не можем здесь оставаться. Покупка дома — это непростое решение. Поэтому я нашла краткосрочную аренду. Перед покупкой дома. Как только вы выберете место, я куплю его вам. Сколько стоит аренда дома с садом? В Шанхае. Зачем тебе на это тратить деньги? Хуань-Хуань, ты вернулась? Папа. Почему вы стоите тут? Только не волнуйся. Она не переезжает к нам. Она пришла выселить нас отсюда. Что ж... Нам пора съезжать. Все правильно, Аюй. Сегодня сюда переезжает господин Яо. Смотри. Всем привет. Господин Яо переезжает сюда. Он любит быть один. Мы будем мешать ему. Подумай сама. Нет, Хуань-Хуань, я не это имел в виду. Я хочу переехать сюда, но я не просил тетушку и дядюшку Май уезжать отсюда. У нас тут достаточно комнат, можете оставаться. Все в порядке. Правда? Слушай, что говорит господин Яо. Спасибо, господин Яо. Раз уж я тут остаюсь, наведу в доме уют и буду содержать в чистоте. Да, Хуань-Хуань, думаю, тетушка Май права. Пусть остаются. Хорошо, господин Яо, я тогда занесу ваши вещи внутрь. Спасибо. Я пойду помою фрукты. Пойдемте есть фрукты.
Спасибо. Не стоит. Входите. Входите. Джимин, присаживайся. Я помою фрукты. Лаомэй, завари чай. Хорошо. Хорошо. Мама, не нужно. Господин Яо переезжает. Наведи порядок в главной спальне для господина Яо. Верно. Но... я оставила главную спальню для тебя. Там полно твоих вещей. Как ты... Без проблем. Мне любая комната подойдет. Я не привередлив. Любая? Есть чердак. Это неуместно, да? А как насчет... мы с твоим отцом освободим вторую спальню? Пусть господин Яо займет ее. Мы переедем на чердак. Не нужно. Я буду жить на чердаке. Вам будет неудобно подниматься и спускаться. Это неуместно, господин Яо. Все нормально. Хорошо, спасибо. Мама, это дом господина Яо. Раз он переезжает, почему он должен жить на чердаке? Извините, господин Яо. В любом случае, я не буду здесь жить. Я соберу свои вещи и перемещу на чердак. Ты сможешь жить там. Но тебе придется переехать сюда. Это не мне решать. Он одолжил нам свой дом на время. Он помогает нам. Папа, вот объявление об аренде. Выбери квартиру с мамой. Поторопитесь, чтобы не беспокоить господина Яо. Хорошо, я понял. Я понимаю. Ты просто хочешь, чтобы я съехала? Хонь, Хонь. Мама, я с тобой разговариваю. Хорошо, Чен Хуань. Выйдем. Давай. Больше ни слова, перестань спорить. Пошли. Извини, мы снова тебя побеспокоили. Я уговорю маму выехать как можно скорее. Все нормально. Переезд — это такая морока. Почему бы тебе тоже не переехать? Так было бы лучше. Ты знаешь мою маму. Она всегда поднимает шумиху, и ты привык жить один. Ты с ней не поладишь. Вы не уживетесь. Бродячие кошки не выбирали такую жизнь. Откуда ты знаешь, что мы не уживемся? Ладно, поспеши домой, бродячий кот. Пока. Несмотря на то, что господин Яо вернулся, он не спорил с нами за комнаты. И позволил нам остаться. Так что перестань злиться. Хорошо? Вот список квартир, которые дала Хуань-Хуань. Выглядит неплохо. Посмотри. Не буду. Ну же, посмотри. Не буду! Пап, что не так с мамой? Кто ее снова разозлил? Господин Яо переехал сюда. Твоя сестра сказала, что раз он переехал, нам следует скоро уехать. Вот она и расстроилась. Мам, этот дом принадлежит Джимину. Если он хочет переехать, тогда вполне разумно, что сестра просит нас съехать. Верно. Что верно-то? Господин Яо позволил нам остаться из вежливости. Мы не должны злоупотреблять гостеприимством. Просто потому, что он хороший. Не нужно этим пользоваться. Как именно я использую его? Я использую его? Давай поговорим о фактах. Мы заплатили арендную плату за этот дом, верно? Скажи «да». Да. Яо Джимин согласился, чтобы мы здесь жили, верно? Да. Отлично! Что еще нам нужно? Я не знаю, что нашло. Извини, я не знаю, что нашло на твою сестру. Мама. Прекрати! Рассуди нас, кто не прав? Мы все семья. Зачем судить, кто прав? У моей сестры есть проблемы, которые нужно решить. Не можешь сказать, да? Тогда ты решай. Рассуди нас, кто не прав. Ты не слышала, что сказал Чэн Цзяо? Почему семья должна разбираться, кто прав, а кто виноват? Ну, Хуань Хуань, есть проблемы, которые нужно решить. В конце концов, на чьей вы стороне? На чьей? Мама, у меня есть идея. Как насчет того, чтобы я уехал и пожил с сестрой? А? Сяо Цао, ты тоже не хочешь здесь жить? Нет, я не это имел в виду. Мы можем изменить наш подход.
Какой подход? Я могу остаться с сестрой на пару дней и поспособствовать воссоединению нашей семьи. Хороший же вариант, верно? Отличная идея. Это звучит как план. Послушай, Сяо Цзао, ты проследи за своей сестрой. Нет, подожди. Посмотри, что она делает. Сообщи, если что-то найдешь. Я подскажу, как действовать дальше. Можешь рассчитывать на меня. Хорошо. Сестра. Сяо Цзао. Подожди минуту. Почему ты с багажом? Я переезжаю. Не говори глупостей. Поспеши обратно. Я серьезно. Я слышал о том, что произошло. Я планирую арендовать место для нас всех и переехать туда. Я тоже буду там жить и все обсужу с мамой. Хорошо, похоже, мне придется пожить пока в отеле. Хуань-Хуань, я знаю, что ты принципиальная. Но сейчас ты в трудном положении. Хоть я не сильно чем могу помочь, я не могу просто стоять и смотреть, как ты страдаешь, в одиночку. Все нормально. Я в порядке. В конце концов, это между мной и мамой. Я не хочу втягивать тебя в это. Не волнуйся, я не буду подливать масло в огонь. Я сказал маме, что постараюсь переубедить тебя. Ты ей это сказал? С таким багажом считаешь ее за дуру? Мама разрешила мне остаться с тобой на пару дней. Правда? Конечно, иначе как бы я смог выйти? Кроме того, мне надоело быть единственным ребенком. Я хотел бы пару дней свободы. Ладно, я голоден. Угости меня ужином. Почему ты такой упрямый? Хочу вкусненького. Сяо Цзао, не нужно было уезжать. Сестра, мама не хочет переезжать, а папа должен заботиться о ней. Как твой брат, я должен что-то сделать. Кроме того, мы не можем так зависеть от Жимина. Сяо Цзао, из-за меня страдаешь ты. Почему бы мне не переехать в комнату для гостей? Не волнуйся. Номера предназначены для бизнеса. Но если ты можешь жить в общежитии, почему я не могу? Пойдем. Здравствуйте. Это Мэй Чэн Цзао, мой младший брат. Он останется в общежитии на несколько дней. Это наш главный консьерж, Ляо Ган. Здравствуйте, извините за неудобство. Здравствуйте. Госпожа Май, мы приветствуем вашу семью для курирования нашей работы. Поспешу рассказать остальным. Мы не посмеем впредь опаздывать на работу. Я наверх. Сестра, он... Все нормально, он всегда такой, игнорируй. Сяо Цзао, я все думаю. Мама отказывается съезжать, мы еще не переехали. Мы могли бы с таким успехом просто купить новую квартиру. Посмотри квартиры, когда будет время. Не волнуйся, оставь это мне. Пошли, покажу общежитие. Сюда. Здравствуйте, босс. Добрый вечер. Ну как жизнь в этом доме? Что происходит? Почему ты на чердаке? Пытаешься быть Золушкой? А где твоя тыква? Здесь, на чердаке. Тихо. Ты привык к суете и теперь хочешь покоя? Что, трудно уговорить свекровь? Я ищу спокойствие среди хаоса. Лао Мэй, послушай, я думаю, что внизу шумят. Это крыса? Может, это вор? Он пробрался вечером. Теперь хочет ускользнуть.
Доброе утро, господин Йоу. Доброе утро, тетя, дядя. Доброе утро. Так это ты навел весь этот шорох. Я попросил Хадуна приготовить вам завтрак. Попробуйте. Это все для нас? Я буду с вами жить. Это подарок на новоселье. Не стоило беспокоиться. И правда, не нужно. Мы пользуемся твоей добротой, оставаясь в доме. А ты, мы... Хуань-Хуань будет ругать нас. Не волнуйтесь, тетя. Это просто завтрак. Попробуйте. Не трогай. Почему он так мил с нами? Он разрешил нам остаться и предлагает роскошный завтрак. Как думаешь, что у него на уме? Да все нормально. Господин Йоу всегда был добр ко мне. Нет. Не вреди другим людям, но будь начеку, чтобы не навредили тебе. Верно? Так мы не будем есть такая трата. Ежедневный оборот ресторана снизился на 40%. Гостевые комнаты заняты наполовину. В межсезонье довольно тяжело увеличить оборот клиентов. Очень. Не стоит полагаться на клиентов. Нужно стремиться на проведение масштабных мероприятий. Это самый быстрый и прямой путь. Дядя Цуй, я отвечала за привлечение клиентов в Юэда. Я что-нибудь придумаю, не волнуйтесь. Но мы никогда не проводили масштабные мероприятия. Я понимаю твои страхи, но сейчас Синан Ли не может осторожничать. Мы должны расширяться, поэтому мы должны удвоить усилия. Дядя Цуй, я составлю план обучения и отправлю тебе. Пожалуйста, возьми на себя обучение сотрудников. Хорошо. Алло, Шири, это я. Сделаешь одолжение? Я знаю, у тебя много клиентов. Есть ли бизнес-мероприятия, которые по течению не будет проводить? Можешь подсказать? Сестра сказала, что у нас есть деньги на собственный дом. Я отправил тебе несколько вариантов. Можешь выбрать из них. Сестра сказала, что заплатит. Неплохо. У меня хорошая дочь. Вы только посмотрите. Этот ребенок. Должна сказать, это неплохо. Но так глупо. Почему здесь одни углеводы? Да еще так много. Очень даже не дурно. Но сахара многовато. Придется объяснить ему, что людям в возрасте нельзя есть много сладкого. Одна винная компания хочет сотрудничать с нами. Когда у тебя будет время? Давай назначим встречу. На следующей неделе. Хорошо, я договорюсь. Куда ты собрался? Уже уходишь? Останешься сверхурочно? Нет, не останусь. Мне просто нечем заняться после работы. Помнишь инструктора по йоге? Из видеочата. Хочешь познакомиться? Нет. Куда ты? Иду домой ужинать. Ужинаешь дома? Господин Джан, мой лосось готов? Прекрасно, я еду к вам. Мне так неудобно. Мы живем в вашем доме, и вы покупаете нам еду. Я приготовила эти блюда специально для вас.
Попробуйте. Дорогая, господин Йоу принес нам лосося. Зачем было так тратиться? Вы предпочитаете тушеный или на пару? Дядюшка, эту рыбу лучше есть сырой. Я слышал, что так тоже идет. Конечно же, мы слышали об этом. Но я никогда не ем сырую рыбу. В ней много всяких бактерий. Тетушка, это новозеландский королевский лосось, пойманный в чистейшей воде. Он безопасен, абсолютно. Даже в чистой воде могут быть бактерии. И потом он же сырой. Не то, что наше блюдо. Тушеное мясо с небольшим количеством специй и всевозможных приправ. Рыба-мандаринка. Рыба-мандаринка – традиционное блюдо. Это наша народная кухня. Понимаете? Да, я знаю, но... Тетя, вам следует есть поменьше ферментированных или же маринованных продуктов. Это вредно для здоровья, может вызвать рак. Да будет вам, какой еще рак? Я это ем всю жизнь, и все со мной хорошо. Мой муж тоже ест это. Вкусно? Я в порядке. Видите, он здоров. Вы, должно быть, не ели этого раньше. Давайте я положу вам кусочек. Попробуйте. Запах не очень, но вкус потрясающий. Ну уже ешьте. Тетушка, просто положите сюда. Вы должны попробовать. Это же традиционная кухня. Тетушка, попробуйте сашими. Я... Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Хорошо. И я попробую. Что ты делаешь? Ешьте, попробуйте. Ну же. Приятного. Ешьте. Ладно. Как удивительно. Глава крупной компании, а делает дела по дому. Глянь, как моет посуду. Он приехал из-за границы. Молодежь, которая училась там, привыкла все делать самостоятельно. Как-то подозрительно. Тебе понравился лосось? Очень. Я 6 кусков съел. В следующий раз куплю его тебе. Дорого, ну и что? Пока он там моет посуду, разве мы можем сидеть просто так? Да ладно. Может, прогуляемся? Давай. Сяо Яо, мы пойдем прогуляться. Хорошо. Спасибо за посуду. Без проблем. Как закончите, идите отдыхать. Ладно. Выпейте чая, госпожа Джен скоро будет. Спасибо. Я знаю, что с бронью отеля тяжело. Но вы понимаете, что это особенный день для нас с мужем. Да, мы не можем изменить дату свадьбы. Постарайтесь. Прошу прощения. Личные дела. Все нормально. Кажется, вы выходите замуж. Мои поздравления. Спасибо. Я буду ждать снаружи. Хорошо. Я ознакомилась с предложением, которое вы прислали. Вижу вашу искренность, поэтому перейдем к делу. Я предпочитаю бренды, у которых есть большой опыт проведения мероприятий. Я понимаю, госпожа Джен. Для этого бизнес-мероприятия мы провели комплексное обучение всех наших сотрудников. Не беспокойтесь о качестве сервиса. Я знаю, Minway Daily Chemicals — это компания с глубокой корпоративной культурой. Учитывая это, мы дополнили наш план. Прошу, взгляните. Между тем, мы уменьшили цену за наши услуги еще на 10%. Но, уверяю вас, это никак не отразится на качестве. Если у вас еще есть... Госпожа, господин Яо здесь. Господин Яо, какими судьбами? Рада встрече. Давно не виделись. Верно. Госпожа Джен, не буду вам мешать. Жду вашего решения. Хорошо, спасибо, что приехали. Ничего, извините. При
Присаживайтесь, господин Яо. Выпьем чаю и обсудим сотрудничество. Хорошо. Чен Хуань, господину Яо поручили важное дело. Мы должны хранить в секрете все сделки. Поняла, Шерри. Спасибо. И что будешь делать теперь? Встречусь с другими. Пусть мы и потеряли госпожу Джен, но есть госпожа Джан и госпожа Ли. Ладно, созвонимся. Вы оба внуки госпожи Чэнь. Почему господин Яо ведет себя так? Его можно понять. На него тоже давят. Чен Хуань, отель Боттичелли финансируется иностранцами. Мы не можем конкурировать с ними в проведении бизнес-мероприятий. Дядя Цуй, ты прав, у нас нет в этом особого преимущества. Может, нам стоит предложить что-то необычное? Необычное? О чем это ты? Мне еще нужно подумать. Возвращайся к работе. Конечно. Госпожа Май. Господин Яо столько всего заказал, чтобы поднять доходы Синанли? Конечно. Я бы хотел извиниться. Ничего страшного. Это же честная конкуренция. Но раз вы угощаете меня, я не стану отказывать вам. Мне тут вдруг вспомнилось, что бабушка сказала мне как-то. Не ешь в одиночестве. Тогда я не понял. Но кажется, после ее смерти я стал понимать смысл. И что ты понял? Есть в одиночестве, значит выживать. А с кем-то, значит жить. Вот уж не ожидала, что у тебя такое понимание жизни. Так что, у тебя есть планы развития Синанли? Вообще-то, я думаю, Синанли не очень силен в проведении бизнес-мероприятий. Но зато мы сильны местными особенностями. Я думала о свадьбах, но конкуренция слишком велика. Мы не сможем превзойти других. Откуда знаешь, если не пробовала? А вдруг? У Синанли уникальный стиль. Свадьба в шанхайском стиле? Может сработать. А это вариант? Это вы? Я подумал, что моя жена. Дядюшка, вы снова тайно выпиваете? Она ушла на репетицию, а я дома один. Я думаю, что тетя только на словах запрещает вам пить. Не обязательно пить в тайне. Видите ли, это тонкий вопрос, касающийся супружеских отношений. Вот так. Хотите, я вам все объясню. Слушаю. Алкоголь вреден. Поэтому жена и запрещает мне его пить. Но с другой стороны, иногда она закрывает глаза, чтобы я мог выпить. Знаете почему? Почему? Из-за любви. Понимаете, алкоголь — это плохо. Если буду пить много, потеряю здоровье. Но она знает, что я люблю выпить. Я становлюсь счастливее. Поэтому она закрывает на это глаза. Время от времени. Это ли не любовь?
Значит, вы пьете за ее спиной? Потому что не хотите ранить ее чувства. А если вы станете пить открыто, то огорчите ее этим, верно? Очень впечатляет. Вы такой умный. Позвольте сказать. Вовсе не важно, разрешает она мне пить или нет. Это все для моего же блага. Верно? Поэтому я слушаюсь ее во всем. Кажется, тетушка уже основательно промыла вам мозги. Поэтому вы оправдываетесь, прежде чем что-то сделать. Господин Яо, вы посмеиваетесь надо мной? Нет, что вы. Я думаю, что вы очень мудры. Мне нужно у вас поучиться. Вы мне льстите.我不知道自己做得够好吗，我是第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发，没有按时吃饭，忙碌不是我的错，如果让你知道却会令我很愧疚，你的嘘寒问暖我知道是为我好的，但又让我觉得我不曾被信任着，不担心的人啊一定不做妈妈，我知道全知道很熟心疼啊，请放心让我前往属于我的人生吧，你那么勇敢善良，我很想你就不怕，有一天你也会成为一个妈妈，那一天我们会深深的拥抱吗，像溪水环游世界，拥抱回他出生的河流。我希望你被爱着，我希望你要快乐，我希望我的双手可以为你挡着风。我知道爱会争吵，我知道。Thank you.